Дорогие друзья, вы на канале Hardasset Info. Сегодня мы рассмотрим и узнаем, какое же расширение видео поддержит Insta360 Go 3S. Ну что ж, смотрим. Переходим в настройки. Вот, допустим, перешли. Чтобы перейти в настройки, нам будет нужно сделать свое право. И как видим, здесь же есть наш настройки. Есть мануал. Вот, или же, именно чтобы узнать, какое расширение поддерживает, нажимаем вот здесь возле камеры на 4К 30 FPS. Здесь мы можем выбрать 2.7К, 1080, как минимум, 1080, максимум 4К. Вот, на 2.7 у нас поддерживает 50 кадров в секунду, здесь также 50 кадров в секунду. Ну и на 4К максимум 30 кадров в секунду. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.